И всем хай, дорогие друзья. Нет, мы сегодня не будем играть в Майнкрафт, мы вас то не будем играть. Я просто вам хочу кое сказать. Например, что делать, если вам скучно, вы не можете там, я, например, может, нет друзей, просто, ребят, добавляйте меня в друзья. Вот ник под моим, сверху моего скина, вот он. Он сверху. Хо, вот он, ребят. Под надписью Minecraft вот ник, который сверху скина. И давайте, ребят, добавляйте меня в друзья, просто пишите ник. И, ребят, если кто-то не знает, как добавлять в друзья, то я вам сейчас погасу. Ребят, нет, я не хочу, я не суйничаю, я не делаю так, вот мне скучно, это я колу, и все меня добавляют души, и все будут со мной играть. Нет, ребят, я не про это имею в виду. Вот мой ник, кому скучно, можете добавить меня. Тот, кто не знает, как это делать, то нажимаем кнопку «Играть», нажимаем «Друзья», нажимаем «Добавить друзей», ну и пишем «Чек». И не, а правильно говорить ник игрока. Прям сюда. Вот, ребят, вот мой ник. Богатствую тем, кто и забыл, и как у кого память. Нет, я имею в виду неплохая, не синовая. Потому что ясиновая память, но у меня точно нет. Ребята, я вам даже могу дать фотографировать. Ставьте на паузу, пожалуйста. Ага, сейчас фотографирую. Заходите играть. И друзей добавить друзей. И сюда пишите мой ник. И всем пока. Да. Ну, а с вами был канал Игровых Моментов. Всем пока. Кстати, ребят, если что, можете еще сфоткать. Поставить на паузу. На самом был канал Игровых Моментов. Всем пока.